Хей-хей-хей, Опустошенный. магазин способности на улучшения. Да нахуй не нужно. Чё тут нету? Ничего, ничего тут нету, нет. Говорит. Ну тогда... Та-дам, та-дам. Подожди, чё за призванный меч? Чё это? Просто... А это урон увеличен. Используйте X, горит. Понял? Нахуй запрыгивай на врага. Мы ни разу... крестик. Это, конечно, чтобы только разнообразить, но мы проходим, а не выебываемся, так что... Да, поэтому играем на самом лёгком. Увеличивай урон для меча, для Ямато. Вот это хочу. Нахуя? Хочу. Ладно. Я люблю стрелять. Ну тут это не пистолет, это не так круто выглядит на самом деле. Кресты там, то есть три фрагмента креста. И один крест, что ли, получается, полностью. Нет, три фрагмента. Кстати, насчет ключей, я так понял, тут нету дверей. Нету. Ничего нет. Смотрю. Это, короче, Вергилий здорового человека. Это Вергилий курильщика. Да, это точно Вергилий курильщик. И мамку твою не палец. В доте. Мой насос, как говорил герой адреналина. В исполнении Джейсона Стэтхэма. Вот этого ты помнишь, да? Где, говорит, мой насос, блин? Сука. Хрен просышь, док. Ох. А, мы шутили про это уже. Он решил отомстить. То есть сейчас он найдет ее. И будет подкатывать яйца. Устроит ей ахахай. Не, она ему помогает, мол, она же такая, эй, чувак. Схуяли мы. Она уже не помогает ему. Не, она уже что-то сказала. Как только он выйдет из комы, он пойдет, отъебет ее. Ну и летит в того. Stay back, motherfucker. Члены, члены. Видишь? Да такой. Пошла нахуй, ёба. Ахуй, ты видишь, такой возвращается. А, сейчас знаешь его. Сейчас мне дадут какие-то крутилки. Давай. Да. Жиманки. А, нихуя, слушай. Где же шанс? У-ху! Вот это уже весело. Так и не посмотрел. Ну-ка на Б, наверное. Да-да-да, вот на Б. О, слушай, да он подрежет. Слушай. А за Верджила эта арена есть или нет? По-моему. Ну это вообще заебись, когда в арене будет играть за Верджила. Ах, не успел. Ах, это вообще просто! Ах, вы шар. Хороших это крутить. Ебать. Маши и маты, переключаясь на английский. Забывай паузу. Нихуя. Это было красиво. Все естественно получается. Я хотел сделать... А вот это то я хотел сделать. Все так красиво у тебя получается. Я хочу от тебя не делать. Я хочу от тебя красиво. Сказал бы какой-нибудь пидорас, не я. Странный пидор подумал об этом, правда? Я вообще не понимаю, о чем ты. О-хо-хо! Одним и тем же прием, никаких очков. No fucking way! Да, мне... А тут не помню, не давай. Так, тебе надо туда, иди-ка туда. Не, мне надо вон туда. Ну я и говорю. Мне типа. Там посмотри, нет там. Стой! А не, не, ебаный я тоже фонарь, подумал. Блядь, тоже подумал. Давай попробуй. Сомнительно. Да, ты был прав. Ладно, поехали. Жопа. Ну вот явно там. Вот стопудово там кусочек говна. А может быть. Вдруг. Ты в аду, сынок. Если вдруг оказался, вдруг. Да там нету даже площадки. А, он не прыгает два раза. Я, короче, все, я привык уже. Так я говорю, переучиваться за Вёрзу. Знаешь, что было бы еще пизда? А, у него дьявольского чугара пока нету. Пока.
Знаешь, что было пиздато? Вот если там режим в арене, когда можно Данте против Вергила по сетке в друг друга попиздить, вот это было бы охуенно. А, вот это вот на игре. Ага, ангельским. Ну-ка, дай я быстренько. Так просто? Так вот крутяк. Я говорю, дай я прожму с ангельским. Это просто удар. Тихо. То есть это одиночная атака, так? Ну это понял, даже что-нибудь будет. Вот это тема, да. А, вот Б зажимаешь. Еще заряжаешь вот так. Ну он чуть подольше делает, да. Да, вот это мне нравится в прыжке на Б. Клево, это круто, да. Мать твою! Бэтс. Тихо. Михалыч, ты глянь. Купил как красиво. Даже китайской. Даже матом ругаться не хочется. Так красиво. Опа. Вот оно что. Вот. А как? Смотри, ангельский прыжок и телепорт после этого. Я не дотянусь, по-моему. Давай я. Отсоси меня. Телепорт на вот этот. Да. Просто телепорт. Давай я. Все, я понял. Не вздумай поебать это. Не, не дотягивай там. Да это ты не дотягиваешь. Чутка не дотягивает, понимаешь? На, попробуй что-то. Давай. Нет, хуйня. На. А, хер. Я тебе сейчас съемным микрофоном поговорю. Совсем ничего. Давай, ради слоника. Здесь совсем ничего. Совсем ничего. Пидо. Ну ты долетел, я да. Я почти долетел. Ты попал куда следует. Ну как так-то? Я не понимаю. Ощущение, что можно вот сюда вот залезть. Как-то чтобы где-то на ёб спрятан. Слушай. Оп! Ты видел? Сейчас, погоди. Это было почти. Ать! Это было почти. В жопу нельзя, конечно. Да, повыёбывавшись полчаса, конечно. Может, просто способности какой-то не достает. Вот я ненавижу вот это. Ты да. Еще чтобы все это говно собрать? Ну это понимаешь, ты обеспечиваешь трииграбельность. Трииграбельность, МС. И что-то такое. Нет, пойти нельзя. Ну и в жопу. Сейчас мы что-то не знаем, может, в него можно посылать адский курок, и он его телепортирует тебе. Вот это я помню. Слышь? Че? Ну, в смысле, адский этот, запусти меч. Может, если ты в осколок попадешь, его можно вот так вот дернуть? Адский, блядь. Адский выстрел. Там выстрел, нет. Адский. Кого? Осколок? Вот если... Серьезно? Да. Ну, мало ли. Да бывает. Да нельзя. Ну, нахуй тогда. Да нельзя. Ой, это, кстати, хуйня позволит быстренько разобраться. Сам залезть в говне. О, блядь. Что с тобой не так? Да я думал, кинусь. Воу-в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 оу
Я не ел 6 дней. Уже не могу посижу. Ох, как я! Ой, нет, 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 нет. Не. Молодец. Ай, ты не убил. Use your angel. Suck. Shit. Angel. Ability. Вот. Для этого пригораги. Тихо, тихо. Да ты слезь уже отсюда. Ты в него сначала шмальни раз. О, а теперь Энджела бьют. А где? 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 Поздно. Стреляй. Ты что, во-первых. Во-вторых, пошел ты снова. Тихо, тихо, тихо. Родное сердце. Сколько я жизни-то просрал, а? Жмите. А. Тю! Вот это приходы. Это три. Приходы были, мама не горюй. А когда я крест собрал, просто вообще. Есть улучшение под этим? По-моему, нет. Ну нажми ты в рот. Нажми в рот? Нет.
Не хочу я жать в рот. Смотри-ка, у нас два пути, и по-любому... Не, будет. Видишь, вот эта тема, короче, светится. Нам туда. Не, ну это... Значит, налево пошли. Ну, давай. И хули. Вон она, блядь, идёт, нахуй. Дорожка, ёпки. А мне, походу, на оба надо. Схуяли. Студали. Понимаешь? Нам надо найти крест. О! Давай. Че его искать-то? Как только я об этом сказал. Вон он, Михалыч. А банан! Так, туда не заходи. А банан! А теперь аккуратненько, плавно сделай все хорошо. Аккуратненько или плавно? И так, это... Мне надо вообще-то... Опа! Нет, это прыжок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А мне надо в портал идти. Да не надо тебе в портал. Не надо? Не сейчас. Ладно, мне не надо в портал. Давай, прыжок. А! Надо это, найти всю хуйню. Душа. Тихо, да, где-то стонет, сучка. Это здесь было. Да хуй с ним. Не пизди. Вон торчит, да? Нет. Я, кстати, дрочит. Вообще, как бы, маленько не понимаю ситуации. Суть в том, что... Вергилия приходит. Не-не. Вергилия. Он же, по идее, в Лимбо, правильно? Уи. А после разрушения этой хуйни Мундусом, ну, связи там его с эзотерикой... С эзотерикой. Да. Ну, короче говоря, вроде как Лимбо и реальный мир смешались. Уа, вот это мне нравится, кстати. А, так и было, да? В смысле, у Данте я имею в виду. Слушай, что-то забыл. В натуре, походу, еще один. Еще один. Че еще один? Ты отсюда пришел? Нет, ты сюда пришел. Че ты, пидор, встал такой с бензопилой красивый? Два. Во. Он довольно быстро заряжается, кстати. Там еще потом сбоку он проводит. Это мне нравится! Ох, как я это люблю, да-да-да! У-ху-ху! Деточка! Ну это же вообще высшая чена. А ты что? А, задел. На тебе, что-то такой веселый! Чё такой грустный? А не, не весёлый. Серьёзный, блядь. Чё такое? А-тя-тя-тя! Я жил. Ты видел. Ты видел, я отходил. А вот я обратно вернулся, сучка. Попли. Иди, сейчас подойду сам. Достай. Вон я занят. Блять, эта хуйня в них не попадает. Как так? Давай. Ну, получше ты на то и сделал. Просто. Просто держи. Ну, пожалуйста. Смотри, как он такой вытянулся. Такой. Ты все испортил, блять! Это называется индейская хитрость. Идея индейская хитрость. Он туда для начала. Я больше чем уверен, что там что-то есть. Да хуй там плавал, по-моему. Да, я ударился. При рождении головой. Ладно, давай, телепортуй. Слушай, давай вернемся в ту. Нахуя? Ну, она была раньше. Ты что дрочишь, ё-моё? Давай заходи. Вот надо было туда идти, понимаешь? Стой! Стой, 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 вот сюда, лево, да. Вот тут посмотри. Посмотри там. Это говна тут. А, нет, что-то дышит. Туда не надо. Смотри, какой опасный. Опасный. Да хуй, хорошо. Давай, Маргаст. Поехали. Где ты? По сторонам? Мне кажется, или я... Здесь уже был. Уебище. Мне кажется, или я уебище. Да? Надо было в ту зайти. Купил, куда надо зайти. Как он отвлекся сразу, а? Нихуя. Командирский голос, вот что значит. Ну
да. Ладно. Я же... Нет, 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 благо нет. Пошли нахер, я с вами так разберусь. Все, путем, мне не надо говорить, я все понял. Вот это я не понял. Ага, я здесь. Что тебе? Эй! О, нет! Там падает. Нет! Да! Да не обидно, не лево. Ну, вот да. Да это не да, не хуял. Это же очков сильно нет. Так не дают. Хуяли, загуляли. Я не знаю. Не можешь просто тупо комбо набить нормально. Да, они просто уже от одного удара даются. Видишь, нет. Даются от одного удара. В принципе. Интересная вещь. Видишь? Да, нет. Ну да, а вот все, ну, что-то пошли. Я это ты мудрый. Если ты сдохнешь, я тебя не прощу. А ты сдохни сам уже. Колбасу просто мелко нарубленную. Ведь запарили меня эти ублюдки. Охуеть. Кстати, у тебя, по-моему, есть ухудшение. Да. У меня есть ухудшение. Дай-ка я. А то ты поставил хуйню творишь, блядь. Что? Нихуя. Ну, прикольно, но не хочу. В принципе... Чё за звезда? Надо держать. Держать на Б. Круто. Давай что-нибудь другое. На больше никакой нет. Только серьезно? Увеличение. Увеличение. А, ну урон этих мечук. Я им частенько пользуюсь. Я люблю стрелять. I like trains. А что заряжен? Да будет так. Y, да? Съешь звездочку. Ну это как обычно. Сейчас момент. Нет, ты. Ам? Вкусно как-то. Шел, выйди из комнаты. Я буду. Не хочу туда идти. Телепортируйся обратно. Не, я тебе говорю, какая-то тема с этими дверьми, короче, она походу вот так вот теперь сделала. Меня бесит. Ой, я такой, ухо! И упал. Я так больше не делаю, нахуй. Есть у меня опасения. Нельзя разбивать. Смотри, как текстурки быстро меняются. Ой, я! На тебе, сука, и вам всем тоже. Ох, пошел вон, не трогай. Заряжай, заряжай, я же увеличу, просто их зажимаю. Ах! А и бить. Не пользуйся ты одним ударом. Я хочу подкинуть. Это надо уже не подкинуть. А мне не надо. Пошел вон. Просто еще в дверь прыгнул. Продолжаем дискотеку. На, родной!
ты? Высоко и все. Ой, неплохая идея. Тихо. Ха-ха. Ой, пила. Ой, это плохо. Как ты светил, да? Ой, это плохо. Все сразу поняли. Ты? А, надо пропускать же. Ты нашел в себе дергать, не забывай. Мне пока там так интересно. Так, это что-то разнообразие, да? И я пришел в дверь. Явно было конец. Как мешок с картошкой. Мне напоминает, ты знаешь, семейку Адамс фильм. Там, когда этот Франкенштейн, нет, он вынес бабу, короче, из бассейна. И такой, знаешь, просто такая героическая музыка, он ее такой выносит, просто пряк нахуй. Прям и началось, да? Чтобы что? Понять человечество. Использовал меня и трахал меня в лимбе. Зачем ты делал так, Лёша? Как-то плохо она выглядит. Слушай, она... Не, она, по-моему, прикольная так. Как портовая шлюха. Ну это ж ад. У меня слишком плохо нарисован нос такой. На нах. Ёпта. Вот это руки у нее, а? Прикинь, что она может на меня делать? О, красота. Ну, типа, борщ порубить. Биточки по-сарянски. Борщ порубить, да? Да. В борщ порубить. Поруби в борщ. Пока я тебе в борщ не дал. Знаешь, с женой ты разговариваешь. Блять. Опять? Ну как? Как,